Сегодня 8 октября, день якутского телевидения. На НВК Саха идет 53-й сезон вещания. Знаковый для ветеранов отрасли и действующих сотрудников день. Телевизионщиков отметили государственными наградами и грамотами главы республики. Рассказывает Саргалана Захарова. По традиции, в день рождения якутского телевидения подводят итоги работы компании, отмечают лучших сотрудников. Так, на торжественной части прошла церемония вручения государственных наград и грамот главы республики. Но одна награда, золотой знак НВК, присуждают только одному, самому преданному компании, работнику. Проработал в НВК Саха уже 26 лет, даже уже в 27-й год пошел. И за все это время я так подумал для себя, что на самом деле я не работаю. Я все эти 26 лет, это было удовольствие. Я уже объехал всю Якутию практически, полмира уже. Существует еще и другая традиция. В этот день посвящают в телевизионщики новых сотрудников компании. Но праздник праздником, а эфиры на каналах НВК Саха и Саха-24 продолжаются. Даже свой профессиональный праздник наши коллеги не отдыхают, а находятся на своих рабочих местах. Они готовят самые свежие новости для вас, в том числе и наши новые сотрудники. Не успел пройти крещение микрофоном, а уже за компьютером в работе над сюжетом. Юрий Осипов пришел в службу новостей всего месяц назад. Для него это первый опыт работы на телевидении. Хотя работаю я тут всего месяц, но за это время я уже успел многое прочувствовать на себе. Больше всего мне тут нравится динамика работы, подбор интересных тем. Говоря о приоритетных задачах на ближайшее будущее, генеральный директор НВК Саха Иван Андросов отметил, что за последние годы произошло масштабное обновление технической базы компании. Теперь, как он подчеркнул, большое внимание нужно уделить качеству эфира. Надо сейчас уже работать на качество эфира, на качество передач. Мы сегодня уже работаем на оборудование, которое может снять в формате телевидения высокой четкости. Вместе с тем он пожелал, чтобы национальное телевидение в будущем вышло на всероссийский и международный уровни. Ну а мы будем стараться, чтобы уже сейчас наши зрители, жители и гости республики получали самую достоверную и качественную информацию из первых уст. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.